Кто такой студент года? Это человек, успевающий хорошо учиться, активно участвовать в студенческой и общественной жизни своего города, идейный, инициативный и желающий что-то менять. С уверенностью можно сказать, что каждый из представленных кандидатур на это гордое звание достоин этого. Конкурсанты из всех университетов Брестской области тут не случайно. Брестский университет имени Пушкина представляет два студента. Это Кислощенкова Ангелина, студентка факультета физического воспитания и туризма, и Бернацкий Серафим, студент филологического факультета, факультета иностранных языков. Это, скажем так, самые активные студенты нашего университета. Это те студенты, которые являются призерами факультетского конкурса «Студент года». Это студенты, которые проявили себя и в науке, и в учебной деятельности, и, конечно, в общественной жизни нашего университета. Через традиционные испытания, визитка, конкурс ораторского мастерства, интеллектуальный конкурс, творческий конкурс, молодые люди показали всем, на что способны, проявили свои коммуникативные, интеллектуальные способности и креатив. Но одной из наиболее важных частей конкурса стала презентация и защита собственных проектов, в которой студенты-конкурсанты делились предложениями на совершенствование направлений деятельности БРСМ. Действительно, проекты очень яркие, насыщенные, и они готовы уже к реализации, только некоторые требуют финансирования определенного. Различные. От волонтерского движения, от агитации, заканчивая креативным пространством для Союза молодежи. Действительно, ребята, это актив. Они не только хорошо учатся, у каждого у них минимальный балл за успеваемость – это 8 баллов. Вот. Они еще активны. Они приезжают уже со студ актива, руководители каких-то студенческих клубов и так далее. Они приехали, уже четко знают, что необходимо для студенчества и как они готовы это реализовать. Это новый пунктик в твоей жизни, это новая ступень в твоей жизни, переходя которую ты становишься абсолютно другим человеком. Ты по-другому себя ощущаешь, ты по-другому себя воспринимаешь, по-другому ставишь себя в обществе, в положении других, окружении других людей. И это на самом деле здорово, потому что я, честно, не могу сказать, в каких еще местах можно получить подобный опыт и оказаться на сцене. Ты чувствуешь себя действительно звездой, будто бы у тебя огромные гонорары, и ты в шоу-бизнесе, хотя на самом деле ты обычный студент, и ты в окружении таких же обычных студентов, и они тебя поддерживают, это самое главное. Ты чувствуешь себя важным и переходишь на новую ступень. В результате действительно серьезной борьбы победителем конкурса стал студент Барановичского государственного университета, будущий инженер Алексей Коржик. Его детище – проект «Движок», который призван познакомить первокурсников и абитуриентов с университетом, в котором им предстоит учиться. Его наработки вполне могут быть использованы на практике. Он горит желанием продвигать свои идеи и помогать студенческому братству. Я очень благодарен, что с помощью своего университета я сегодня представляю его на областном этапе масштабного конкурса «Студент года». В школе я не был настолько активным, как в университете, но когда я пришел в университет, со мной поработали студенты старших курсов, со мной поработали студенческие активы, лидеры студенческого самоуправления, и, можно сказать, подарили мне вот такой шанс проявить себя еще раз. И, как видите, это принесло свои плоды. Сегодня я тоже являюсь членом студенческого самоуправления, и дарю первокурсникам, которые приходят, тоже такой шанс. Сегодня со мной на сцене также присутствуют и первокурсники нашего университета. Представлять Брещину на республиканском этапе конкурса «Студент года 2021» будет Алексей Коржик из Барановича. Несмотря на то, что победу в Минске одержит лишь один человек, для всех студентов, задействованных на всех этапах конкурса, этот проект будет отличной школой жизни.